Всем привет! В этом видео я вам расскажу, как заменить корпус бокового зеркала. Для этого нам понадобится всего лишь одна отвертка. Берем зеркало, вот так отгибаем, и вот там есть защелка. Снимаем. Вуаля! Вот наш корпус. Одевается все так же. Вот эту защелку мы отгибали. Они на самом деле есть разных видов. Здесь стоит пружинка. Но бывает и защелка. Одевается в следующем порядке. Берется новый корпус и ставится очень аккуратно. Все, защелкнуто и вставлено. Подписывайтесь на канал, ставьте лайк. Всем пока.